Накануне дня физкультурника в новом выпуске проекта «Север – это судьба» мы расскажем о министре спорта региона Светлане Наумовой. Смотрите программу в эфире телеканала уже сегодня в 21:00, а также в субботу в 17:20 и в воскресенье в 18:30. Марафонская дистанция Светланы Наумовой. Как из физкультурницы дорасти до министра спорта. Воспоминания о мурманских коммуналках, первом рабочем дне в долине уюта и бесснежных зимах. Брали лопаты и кидали снег на тело трассы. Свой-чужой. Как заслужить доверие спортивного сообщества и справиться со стрессом. Они, конечно, требуют вовлеченности 24/7. Записной книжки героя очередного выпуска программы «Север. Это судьба. Много олимпийских чемпионов». Встречайте, Светлана Ивановна Наумова. Смотрите в эфире, в социальных сетях и на сайте Arctic TV.